Следующий хадис, баракаллаху фикум, это дуа, который делается перед сном. Дуа, который делается перед сном. Барай ибн Азиб, да будет довольным Аллах, рассказывал. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мне сказал. Если ты ложишься, или же если ты собрался ложиться спать, то соверши омовение. Так, как ты совершаешь омовение для молитвы. Братья баракаллаху фикум, мы с вами до этого разбирали в забытых суннах, что тот человек, который совершает омовение перед сном, в его одежде, то есть вот это белье, в котором он спит, ночует, проводит ночь ангел и просит за него прощения. То есть шиар баракаллаху фикум, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, батыф шиар и малик. Шиар – это именно та одежда, которая прикасается к телу. У нас есть понятие шиар, то есть или то, что мы называем как вот белье. И есть что дитар, это внешняя одежда. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто спит с омовением, в его одежде, белье, ночует ангел. Баракаллаху фикум и просит за него прощения. Сумма таджа аля шикка айман, потом ляг на правую сторону, это является сунной баракаллаху фикум. Вакули, скажи, Аллахума аслямту нафси иляйк, о Аллах, я предал свою душу тебе. Вафауатту амри иляйк, и предоставил все свои дела тебе, то есть уповаю на тебя. Вальджату захри иляйк, я опираюсь на тебя. Рахбатан ва рахбатан иляйк, с любовью и страхом перед тобой. Ля мальджа ва ля манджа минка илля иляйк, нет пристанища и места спасения, кроме как у тебя. Аманту би китаби каллази анзальт, я уверовал в ту книгу, которую ты послал. Ва набии каллази арсальт, и пророка, которого ты не спаслал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дальше ему сказал, если ты умрешь, то есть сказав эти слова во сне, то ты умрешь на фитре, на естестве. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть это будут самые последние твои слова. То есть имеется в виду, баракаллаху фикум, у нас, альхамдулля, есть виды, разные виды азкаров. То есть мы читаем перед сном Аятуль Курси, мы читаем перед сном два последних аята суры Бакара, мы читаем перед сном суру Саджда, мы читаем перед сном суру Табарак, мы читаем перед сном суру Кулья Юль Кафирун. Альхамдулля, все это мы разобрали, баракаллаху фикум, забытый сунна. Мы говорим тазбих, субханаллах, альхамдулля, Аллаху Акбар, 33 раза, субханаллах, 33 раза, альхамдулля, и 34 раза перед сном говорим, что Аллаху Акбар. Мы читаем разные виды дуа. И эта дуа делается где? В самом конце, баракаллаху фикум.